На стадионе «Металлург» прошел очередной тур открытого первенства Ленинского городского округа по футболу среди молодежных команд. Это соревнование проводится уже 5-й год, и принять в нем участие может, по сути, любой молодой человек, увлекающийся футболом. Но многие коллективы и в этих играх практикуют профессиональный подход. Тут в основном дворовые команды, но есть те, кто собирается с тренером, у них есть какая-то общая организация. Ну вот мы не исключение. На этот турнир дворовых команд нас позвал, вот главный, Женя его зовут. Он спросил, кто сможет, и вот мы собрались. В молодежном первенстве Ленинского округа принимает участие юноши до 20 лет. Всего на протяжении сезона будет сыграно 6 туров. Участвовать и заработать дополнительные очки или пропустить тур каждая команда решает самостоятельно. Ну, подобные соревнования проходят раз в месяц в среднем. И количество команд варьируется от 7 до 1. Играется в формате мини-футбола, потому что команд много. Времени мало. Результаты каждого тура будут суммироваться, а победитель первенства определится в конце сезона в октябре. В настоящий момент фаворитом соревнования является видновская команда «Суринам». Они в серой форме.